Ну, здравствуй. Карен. Прекрасная беглянка. Вот так все и получилось. Ну а сейчас я безуспешно разыскиваю Сашу Толоконникова. Катенька, да пойми ты, ты прекрасная женщина, ты достойна лучшего. И я хочу, чтобы... Здравствуйте. Макс? Карен, я... Макс, с тобой все нормально? Да нормально, беги за ним, беги. Макс, ну стой же. Макс, ты ничего не понял! Он был на свадьбе у Светы, я подумала, что он... Макс! Все. Хватит. Алло. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а я могу получить информацию о человеке, который сейчас предположительно находится в вашем монастыре? Извините, я не знала, что это закрытая информация, но может... Алло. Доброе утро, Асенька. Катюша, не могу до Макса дозвониться. Дай ему трубку. Я не знаю, где Макс. Не знаешь? Ну ладно, потом поговорим. А ты сама когда в больницу пойдешь? А? Ну вот и хорошо, значит, там и увидимся. И почему же ты не спрашиваешь, как там дети? Неужели ты не понимаешь, как им трудно? Что же мне с тобой делать? Какой же ты, Петя, все-таки деревянный. Нет, я точно знала, как ты на это отреагируешь, поэтому специально тебе ничего не стала говорить про отцовство. Ванька мой внук. И я его люблю. И никакие анализы ничего в этом не изменят. Папа, ты так рано. Я здесь почти всю ночь. А почему? Просто хотел тебя пораньше увидеть. Потом будут дела, работа. Ну, всю ночь это я, конечно, сказанул. Просто приехал пораньше, чтобы повидать тебя, так сказать, в первых рядах. А где мама? Мама? Она дома. Ей же не надо на работу. Она приедет позже? Да, она позже приедет. Ты лучше расскажи, как ты себя чувствуешь. Надоело про это говорить. Расскажи лучше, как соревнования? Идем уверенно. Через несколько дней финал. Я бы так хотел посмотреть, как ребята будут биться. Ну вот поправляйся и посмотришь. Ты думаешь, получится? Конечно. Ну ты чего?
Вань, я тебе обещаю, ты обязательно поправишься, слышишь? Я слышал, про меня говорили медсестры. Я очень тяжело болен. Они говорили, минимальные шансы. По шее им надо дать, чтобы не болтали на работе. А с чего ты взял, что они говорили про тебя? Они смотрели на меня и думали, что я сплю. Вань, хочешь, я крестного позову. Он тебе все честно расскажет про твою болезнь. И ты поймешь, что... ничего страшного нет. Хочешь, прямо сейчас его приведу? Нет, не надо. Посиди со мной. Хорошо, когда ты рядом. Мне не хватает мамы. Я так скучаю, когда ее нет рядом. Она уставшая, и все из-за меня. Я должен ее защищать. А приношу только одни неприятности. Ну, перестань, что ты говоришь. Просто мама тебя очень сильно любит и переживает. Женщины, они вообще более чувствительны, чем мужчины. А ты утешаешь ее? Конечно. И защищаешь? Сейчас только ты один можешь ее защищать. И защищаю. Ты у меня молодец. Я горжусь тобой, честно. Это потому, что у меня самый лучший в мире папа. Это потому, что у меня самый лучший в мире сын. Я проконсультировался в Москве. К сожалению, ничего утешительного сказать не могу. Заходи. Привет. Ну вот хорошо, что вы наконец-то ко мне пришли. Вместе. Можем обсудить некоторые вещи. Во-первых, я надеюсь, что вы понимаете, что сейчас главное для Вани – это семья. Дружная, крепкая семья. Семья, где есть папа, мама, где родители любят своего сына, которые верят в его выздоровление и готовы поддерживать его каждую минуту вместе. И что бы между вами ни происходило, вы ради сына хотя бы должны делать вид. Вам понятно? Понятно все. Мы делаем все, что можно. Какие-то еще есть новости или это все? Да, заканчиваются деньги на лекарства для диализа. Сейчас Ваня стабилен. И он может жить на диализе много лет. Ему нужно делать гемодиализ 3 раза в неделю по 6 часов. Диализ всю жизнь? Но это же ужасно. Катюш, я понимаю, что это звучит ужасно. Но миллионы людей так живут. Я достану деньги. Хорошо. Извините, мне пора. Извините, это точно двор пролетарки 70? Очень неожиданно.
Чего долбитесь? Свет. Игорь, а как ты, почему ты в кресле? Чё, припёрлась? Я... Говори, вали отсюда. Игорёчек, а это что, по поводу сноса? Нет, Валентина Ивановна, это ко мне. А, понятно. Проходи. Я не ждал гостей. Проходи на кухню. Ну, что тебе надо? Игорек, что с тобой случилось? Несчастный случай. Прости, я никак не ожидала. Чего ты не ожидала? Чего ты не ожидала? Что я инвалид и в полной заднице? Что тебе надо, говорю? Скажи, ты с Катькой Глушковой спал? С какой Катькой? С подругой, что ли, твоей? Это та, которая замужем за боксером? Это ты приехала сюда, чтобы спросить, спал ли я с твоей подругой, с Катькой, или нет? Угу. Ты совсем чокнутая. Ты раньше была ненормальная, сейчас вообще свихнулась. Так ты спал с ней или нет? Нет, это все. А когда мы разводились, ты говорил, что у тебя прямо на свадьбе была интрижка. Я соврал. Специально, чтобы тебе больнее было. Есть еще вопросы? Да. Где ты был во время фейерверка? Света, какой фейерверк? Я не помню ни хрена. Я пьяный был, нажрался в стельку. В бессознанке в полной был. Да, первая брачная ночь была сказочной. Это наша свадьба. И чё? 80% времени оператор снимал свидетельницу. Сказал, что это был твой заказ. Зачем? Слышь, ты меня утомила уже. Я не помню ничего, я повторяю, и вспоминать не хочу. Ясно тебе? Уходи. Ясно. Эта купюра будет твоей. Если напряжешь память и ответишь честно. Катька смазливая была, актриса. Ну, я думала, если сниматься будет там в кино или знаменитой станет, я эту запись продам желтой прессе и бабла срублю. Ну, это же эксклюзив, прикинь. Звезда телеэкрана с задницей шарики воздушные лопает на стуле. Зашибись. Слышь, а зачем тебе это надо-то? Мы же с тобой 100 лет назад как развелись. Чё, забыть меня всё никак не можешь? Да уж, себя забудешь. Беда у Кати. Её на свадьбе тогда изнасиловали. А кто она, не знает. Ну. У неё потом ребёнок родился от этого урода. Теперь у сына почки отказывают. Нужен донор. А им может стать только биологический отец. Ничего себе. Жалко, конечно. А я так Катьку обидела. Дура.
вот уроды. Там Элли неожиданно встретила Джеймса Гудвина, и взаимной радости не было конца. Все, эта история закончилась. Жаль, она была такая интересная. Но я же приду к тебе завтра. Почитаю тебе другую интересную историю. Давай сейчас. Мне уже пора. Надо бежать. А к тебе еще дедушка с бабушкой заедут. О, здорово. Я люблю, когда ко мне кто-то приезжает. А когда я один, я так скучаю. Ну, потерпи. Скоро все закончится, да? Ну все, я побежала. Я тебя люблю. Пока, мамочка. Пока. Добрый день. А мы с Ваней как раз о вас говорили. Он так ждет. Ну, здравствуй, девочка моя. Ты на Петю не обижайся. Он за Ванюшку страшно переживает. Матвей сказал, что теперь всю жизнь, возможно, на диализе придется. Это что? Ну, подожди, Катюша, это же еще не точно. Сначала казалось, что еще чуть-чуть, и все закончится. А теперь я понимаю, что наша беда, она на всю жизнь. Не плачь. Не плачь, девочка моя! Ася, ты скоро? Ванька заждался. Вот. Видишь, какие Глушковы упрямые? Где стойка? Стойка! Ноги, ноги, ноги. Вот стойка. Все, отсюда пошел. Бам-бам. Максим Петрович, я не понял, а где ведущие бойцы? Их нет, но я решаю этот вопрос. Прекрасно. Молодцы. Прямо перед финалом, хорошо. И чем они заняты? А? А вдруг случилось что? Ты тренер, ты все должен знать. Так, все. Финал мы точно проиграли. И спонсорских денег нам теперь не видать, только собственных ушей. Ты это понимаешь? Понимаю. Только, я думаю, дело гораздо серьезнее, Сан Саныч, чем ты думаешь. Дай-ка мне контакты этих спонсоров. И это еще зачем? Есть у меня подозрение, что они втянули ребят в какую-то историю. Что за чур? Пытаешься ответственность себе свалить? Да ничего я не пытаюсь. Дай мне контакты этих ребят. А у меня нет. Они когда хотят, тогда приходят. Когда хотят, тогда звонят. И номер их на телефоне не определяется. И учти, премии теперь не видать. Вот. Тренировка закончена, все. Здорово, Макс. Слушай, поговорить хотел? А я нет. Леш, задолбали меня все эти разговоры. Мальчики, привет. Лизонька. Mm-hmm. Как ты хорошо выглядишь. Слушай, да. Загорела вся. Да, Лех, ты знаешь, мне кажется, что любой женщине отдых идет на пользу. Серьезно? Mm-hmm. Макс, я очень рада тебя видеть. Вот даже немножко соскучилась. Макс, она соскучилась. Ты знаешь, мне Ника немного рассказала о твоих проблемах. Я очень сожалею, что Ванечка так сильно заболел. Может быть, мы с тобой пообедаем, и ты мне все расскажешь? Пойдем, я не против. А, подождите, друзья мои, а меня никто не хочет пригласить пообедать? Лех, ты знаешь, мне кажется, что Максим сам в состоянии рассказать мне о своем сыне. Ты думаешь? Да. Слушай, Макс, не делай глупостей, которые потом не исправить. Леша, я бы на твоем месте не давал советов, о которых тебя не просят. Сюда? Знаешь, здесь вообще не очень вкусно. Пожалуйста, ваш фреш. Спасибо. Здравствуйте. Меню, пожалуйста. Я такая голодная. Ты выбирай. На меня не обращай внимания. Мне надо еще сегодня к пацану из секции заехать. Так что будет только кофе. Ну вот, а я думала, что мы с тобой поговорим как следует. Давай в другой раз. Мы же друзья. Друзьям нужно все рассказывать. Они на то и нужны, чтобы поддерживать в трудную минуту. А что говорить-то? Вы же все за Катю словно сговорились. Я должен ее понять, простить.
Она сейчас бедная, несчастная, у нее ребенок в больнице. А то, что у меня на душе, даже никто не думает. Я думаю. И я прекрасно понимаю, как тебе сейчас тяжело, больно и обидно. И вообще, если честно, я думаю, что в данной ситуации ты абсолютно прав. Спасибо. Макс, ты когда захочешь поговорить, звони мне. А еще лучше заезжай в гости в любое время, хоть днем, хоть ночью. Я буду рада. Правда, спасибо тебе. Ты же мой друг. Я тебя очень люблю. Твои эти шутки. Да, я. Юль, привет, как ты? Да все в порядке. Ты мне уже сегодня 10-й раз звонишь и спрашиваешь об этом. Ну, я же за тебя волнуюсь. Юленька, я звонил твоему врачу. Он ждет нас в эти выходные. Милый, все в порядке. Я просто немного устала. Просто Щемихин, он очень хороший специалист. Он помог тебе справиться с горем. Поможет и сейчас восстановиться. Ты чего молчишь? А как ты со мной поедешь? Ты же от Вани не отходишь. У Вани пока ухудшений нет, и я спокойно могу поехать на выходные с тобой. Вот как? У Вани нет ухудшения? Уже несколько дней стабилен. Это просто вселяет некоторые надежды. Правда? Юль, я тебя чем-то расстроил? Нет, я очень рада, что ты сможешь со мной поехать. Ладно, пока. Давай. Здорово, Матвей. Привет. Слушай, я по поводу Макса. Чего такое? Да у него окончательно крыша съехала. Надо как-то встретиться и вправить ему мозги. Лёх, вообще-то работаю. Я из больницы не вылезаю. Я не могу. Матвей, я… Светка, привет. Привет. Привет, мальчики. Скажи, а Катя здесь? У нее телефон недоступен. Не знаю, ушла, наверное, уже. А что? Жаль. Я… Она мне очень нужна. Слушай, Свет, мы тут как раз о Максе разговаривали. Рассуди нас. Матвей считает, что Макс сам взрослый человек и разберется в своих проблемах. А я считаю, что друзья должны помогать друг другу, ну, чтобы избежать ошибок. Я думаю, что вы, как друзья, просто обязаны убедить Макса помириться с женой. Вот. Слушай, Лех, у меня Юля немного приболела. Но я не могу. Понимаешь, что не могу? Ладно, хорошо. Я один поработаю другом за нас, за всех. Другое дело. Угу. Кстати, Леша, ты на машине? Конечно. Куда изволите? Начало очень многообещающее. Меня с машины колеса сняли. Представляешь, как 90-е. Могу с ремонтом помочь. Да я уже вызвала эвакуатор, чтобы ее в сервис отвезли. Ну, за предложение спасибо. Да не за что, обращайся. Слушай, Свет, что ты хочешь меня спросить? Я же вижу. Скажи, Леша, ты про проблемы Макса с Катей что знаешь? Марин, ты слышишь, что я говорю? Да, в общем-то, все. Макс рассказал. А, значит, все. Так на тебя можно рассчитывать. Ну, конечно, можно. Чего ты хотела? В общем, мы с Катей нашли возможного отца. Но только он исчез, концов не оставил. А я знаю, что ты до охраны работал в полиции. Слушай, ты мне скажи имя, фамилию и предполагаемый возраст. Толоконников Александр. Толоконников Александр. Так мои ребята ищут его уже. Макс просил. Ну, когда что-нибудь узнаешь, ты мне сообщи. Да сообщу, конечно, не переживай. Вот, смотри, адрес и телефон моего салона. Сотовый твой? Мой сотовый. Так, где машина? А вот. Это что, твой? Да. Обалдеть. На, держи, тебе пойдет. Прости меня, Катя. Я такая дура.
Наговорил тебе бог знает что. Не знаю, что на меня нашло. Прости, пожалуйста. Ты очень любила Игоря. Тебе было больно. Катька, это ты у нас мудрая и сильная. А я просто испугалась, понимаешь? Я испугалась, что мне опять сделают больно. Корчу себя какую-то независимую. А на самом деле я тоже хочу. Я тоже хочу, чтобы у меня было, как у тебя. Один и на всю жизнь. И дом, и дети, и все. Свет, да будет у тебя все. Ты найдешь своего единственного. Он будет самый лучший. Ты будешь с ним счастлива. И дом, и дети. Я тебя очень люблю. Ты знаешь, я была у Игоря. У него там тоже все непросто. Потом тебе расскажу. Мне это надо переварить. Ну, а у тебя как? Есть что-то новое? Нет. Я так и не нашла Толоконникова. Ни в одном монастыре информации о брате не дают. Я вообще не понимаю, как его искать. Он был мой последний шанс. Теперь у нас ни одной зацепки. Понимаешь? Свет, что делать, если мы его не найдем? Катя. Я как подумаю, что он где-то рядом, а я его не найду. И Ванечка из-за этого... Я дышать не могу, понимаешь? Катюш, я сама в монахи пойду, если надо. А потом у нас теперь есть Лёшка. Я думаю, что он в скором времени нам что-нибудь узнает про Толоконникова. Что он сказал? С Максом вы что-то там опять, да? Ты знаешь что? Ты плачь. Выплачешь все. Тебе легче будет. Ну и на Лёшку у нас надежда. С Максом сказал, поговорит. В общем, все наши надежды ложатся на его могучие плечи. Угу. Привет. Здравствуйте. Сергей дома? Нет, на работе. Вы проходите. Интересно, где же он работает? В клубе. Чердак. Нет, подвал. Ага, я слышал. Это на Нижней улице, да? Да, я могу вам адрес дать. Сережа оставил. А то нас теперь все время из социалки проверяют. Или вдруг маме плохо станет. Дай, пожалуйста. Нижняя улица, дом 7. Спасибо. Ну, давай, бывай. Карта есть? Какая карта? Лунный день. Вход по картам. Ну, слушай, я там так такой адреналин. Сейчас увидишь. Миша, я тебе базарю. А там еще что-нибудь? Не знаю, я, но Емельянин. Открывай! Я тебе говорю, боец. Твои. Во-первых, по карте. Здрасте. Проходим. Еще и гульнем нормально. Да-да. Здорово. Проходите. Свои. Свои, свои. Бойцы выходят на ринг, принимаются последние.
сегодня из Зарубки. Все на Буков, второй раунд. Покажитесь, дамы и господа! Бой окончен! Гудков победил в первом же раунде! После небольшого перерыва... Настоящий боец! Тут все приходят именно на Гудкова смотреть. Дамы и господа! Что ты здесь делаешь? Это вы что тут делаете? Шпионите за мной? А ты знаешь, что такие бои противозаконны? Я просто дерусь, и мне за это платят. Когда мне исполнится 18, меня сделают профессионалом. Да кто тебе сказал такую ерунду? Когда тебе исполнится 18, тебе отшибут все, что можно отбить. И ты станешь не профессионалом, а инвалидом. Знаете, вы просто завидуете тем, кто организовал этот клуб. У них-то всегда есть деньги. Ну вот, что я говорил. Ну, пойдемте, Максим Петрович, поговорим. Давай на выход. Ну и чего надо? Не кипятитесь, Максим Петрович. Думаю, что наш дальнейший разговор будет для вас очень интересен. Мы ведь знаем о ваших проблемах. Каких проблемах? О проблемах со здоровьем вашего сына. Ему, кажется, нужна пересадка почки, не так ли? Откуда вы? Земля слухами полнится. Так вот, мы готовы предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Какое сотрудничество? Во-первых, ты никому ничего не рассказывай, что здесь видел, понял? Чего ж не понять? На нары не хочется. Не надо хамить, Максим Петрович. Вы же не знаете, что мы собираемся вам предложить. Мы готовы найти подходящую почку для вашего сына при одном условии. Вы будете на нас работать. Настоящая работа за настоящие деньги. Вы будете ставить бои по продуманному сценарию. Гудков будет биться и обеспечивать семью. Ваш сын получает здоровую почку и остается в живых. По-моему, супервыгодное предложение для вас, не так ли? А если я отказываюсь? Стоит испытывать судьбу, Максим Петрович. Она и так преподнесла вам подарок в нашем лице. Подумайте, хорошенько подумайте. До завтра. Далис. Макс, привет. Слушай, я сейчас у твоих на даче. Ты не подъедешь? Нет, Лиз. Спасибо, но мне надо побыть одному. А, ясно. Ну ладно, пока. Ну что, приедет? Нет, сказал, что хочет побыть один. Ой, что у них там с Катюшей? Даже спрашивать боюсь. А мне идет? Идет, дочка. Угу. Пойду к зеркалу, посмотрюсь. Лиза, 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 это.
соскучился. Да ты с ума сошел, ну увидит кто-нибудь. Да нет, здесь никого чая не пьют с блинами. Сев, ну все, хватит, стой. Я хотела тебе сказать, что мне кажется, нам нужно прекратить. Что прекратить? Наши отношения. А что случилось? Ничего, просто я устала. Ты женат, и поэтому нам не стоит больше встречаться. И с каких ты пор ты стала такой правильной? Я всегда такой была. Просто поддалась чувствам и эмоциям. Тем более ты знаешь, что у нас в Речноводске очень мало достойных мужчин. Таких, как ты. Спасибо. Знаешь, достойных людей вообще мало. Только я еще и умный, и все прекрасно понимаю. Заветный Макс освободился. К нему побежишь? Но ты слишком буквально все воспринимаешь. Да что вы все в этом тупом боксере нашли? Так, Макс не тупой. А какой? 10 лет мужик воспитывал чужого ребенка и ни в одном глазу. Так послушай, если ты сейчас же не замолчишь, я уйду. Ну и хрен с тобой. Иди. Иди целуй с задницей Глушковым, они же святые. И ни мы им не давят. Ни Максу, ни Катьке, которую так, типа случайно изнасиловали. Что она целых 10 лет мужу своему признаться в этом боялась. Изнасиловали? Знаешь, Лиза, есть очень хорошая пословица. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Послушай, а ты никогда не думал, что я могу просто пойти и рассказать Нике все про нас с тобой, а? Иди, рассказывай. Она тебе первая куда подальше и пошлет. Или ты думаешь, она со мной разводиться побежит? Придурок. Милый, я так рада. Привет. Привет. Юлька, ты очень красивая. Ой, спасибо. Слушай, давай быстрее мой руки и за стол. Я жду. Хорошо. Ну, ничего себе. Вот это да. У меня даже нет слов. Ты знаешь, я все-таки поняла, что дома мне не очень комфортно. Мне тоскливо одной. На работе с людьми все-таки гораздо лучше. И настроение так резко не меняется. И еще. По поводу Кати, я все-таки была не права. Прости меня. Ну ничего. Знаешь, я хотела тебя попросить, давай завтра на работу поедем вместе. Так будет лучше. Для всех. Ну, если тебе правда лучше. Хорошо. Послушай, я забыла руки помыть. Я сейчас приду. Нет, Андрюш не дома. А почему я должна перед тобой оправдываться? У нас, кажется, свободные отношения. Ты свободен, я свободна, правильно? Ну, давай, чтобы 2 раза не повторять, ты мне больше не звони, ладно? Всего тебе хорошего, самого лучшего, прекрасного, спокойной ночи. Свет, да все в порядке со мной. Ты можешь ехать домой. Давно надо было его бросить. Ой, занимаюсь каким-то самообманом. Свобода, равенство. Глупости все это. Но с другой стороны, где найти нормального мужчину? Вот такого, чтобы… Свет, признавайся, что случилось? Кать, я правда тебя не хочу грузить. Рассказывай. Я ходила к врачу. Но одним словом, если я ближайшие 5 лет не рожу, то все. Значит, надо рожать? Конечно, надо. Вопрос от кого? Любопытный интерьерчик у тебя. Кофе? Да.
Давай помогу. Давай. Чего звонил? Какие новости? А новости такие. Ребята из полиции выяснили, что Александр Толоконников 5 лет назад перевел большую сумму денег, вырученных с продажи квартиры, на счет одной типографии, которая находится при православном монастыре. Чего ты молчал? Цену набивал. Кате надо звонить. Звони. Звоню. Мы, кажется, нашли этого Толоконникова. Теперь ясно, в каком он монастыре. Здравствуй. Привет. Как Ванька? Так же. Но хотя бы без ухудшений. Послушай, мне кажется, я нашел способ получить почку. Как? Это не важно. Макс, если это что-то противозаконное, то это черный рынок. Макс, ты что? Это же опасно. Макс! Речь идет о жизни сына. Ну, подожди еще чуть-чуть. Не лезь в этот криминал. Мне кажется, что я уже нашла отца Вани. Как ты можешь говорить отец об этом уроде? Отец Ваньки — это я. Я его купал, по ночам качал. На велике учил гонять, купаться. Я отец Ваньки. Ты поняла? Я нашла донора, еду к нему. Ну, это хорошо. Удачи. Живая? Извини меня, пожалуйста, не уследила. 5 детей разбегаются. Я понимаю. 5 детей. А вы счастливы? Ой, да устала я рожать. Сколько можно? Сколько Бог даст. Мишка! К Заре быстро! Пусть Магарыч готовит. Нет, не надо. Ой, да подожди, подожди, милая. Давай я тебе хоть погадаю. Ох, моя хорошая, беда у тебя. С ребенком беда, так? Ах, девла, 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 козор. А вот выход ищешь ты не там. Послушай свое сердце. Как не там? Тебе виднее. Оно тебе подскажет, твое сердце. Слушай его и найдешь. Доброго пути, милая. Джак, хорошо его. Жаль, что все так вышло. Но так надо, милый. Так надо.
Привет. Привет, боец. Что? Ваня! Матвей! Кто-нибудь! Врача-то помогите же ему, Ваня!